Здравствуйте, хочу сделать обзор всего вот этого оборудования Карпова, дать оценки, рассказать о плюсах и минусах, все, что здесь находится. О каждой вещи поговорю, ну, надеюсь, что будет полезно карпятникам, которые собираются приобретать эти вещи, потому что не все они хорошие, не все они нужные. Начнем с сумок, с больших, самая большая сумка. Это вот эта вот сумочка производства. Непонятное какое-то. Сейчас производство посмотрим. Акубинс называется фирма. Сумка огромная. Литров, наверное, на 90. В этом кармане у меня хранятся спомбы. То есть много спомбов. Ракеты, то есть карман вместительный передний, здесь тоже спомба, парашюты, вот. Так, какие плюсы, какие минусы этой сумки? Плюсы — это то, что она вместительная большая сумка, и вмещаем мы в нее негабаритные вещи. Чайники вмещают, посуду, стол нешевский складной. Ну, здесь в данный момент чайничек трекерский, турбо чайник. Попозже о нем поговорим. Выглядит она вот таким образом. Объем вы сами видите, какой большой. Нижняя часть армированная, жесткая. Стенки тоже достаточно жесткие, держат форму свою. Сумка водонепроницаемая. С этой стороны смотрим на эту сумочку. Огромный карман. Я его использую для поводочниц, для сумочки. Вот для такой сумочки. Он узенький, как раз сюда входит. Вот так вот. Удаляем его. Вот. Замочки не очень хорошо закрываются. Сумка достаточно качественная. Достаточно, но не полностью качественная. Есть свои минусы. Так, не на этой сумке. На этой сумке застежки работают хорошо. Пластиковая такая застежечка. Ну, по пятибалльной шкале оценим ее на 4 с плюсом. Так как сумочка мне нравится. Сумка хорошая. Следующая сумка компании Акватик. Российский производитель. Ну, что могу про нее, про эту сумку сказать сразу. Сумка мне очень понравилась. Есть такие вот ручечки, за которые удобно приносить. Центральная ручка. Много карманов. Очень много. Вот сверху карманов. В верхний карман я ложу фонарики, весы, напалечники. То, что может понадобиться неожиданно. Так, спереди тоже большой карман. Ну, в данный момент сейчас в нем нет ничего. Карман большой. Водонепроницаемый. Спереди есть такой кармашек вентилируемый. Вот. Сеточкой. Я ножик храню здесь. Так как его видно хорошо через эту сетку. Сбоку у нас имеется два кармана. Один карман, значит, вот большой. Здесь аптечка у меня. Наверное, аптечка. Нет, это не аптечка. Это
Это круша. Кордовская круша лежит. Так. Убираем. Закрываем. Такая сумочка. Вот. Замки работают хорошо. Внутренний отсек низ усиленный, то есть армированный. Бока, как сами видите, не армированные, сгибаются. Вот это вот немножко недостаток. Сумка замечательная, но когда ты ее вот так все из нее вытаскиваешь, начинает складываться. Вот сумка водонепроницаемая. Объем литров 50, наверное, 40-50 литров. Ну, все-таки достаточно большой объем. Все в этой сумке мне нравится, кроме одного, но вот эти вот штуки, они вот так вот выгибаются вот и слетают постоянно, не мешают, зацепляются за все что угодно. Единственный минус: ручка удобная, прорезиненная, вот здесь вот черные резиновые эти, не скользит. Ручка удобная, мягкая. Оценивал на 4 с плюсом ее. Так, вот ко мне пришла новая сумочка российской фирмы Carptex. Вот такая вот она, большая, объемная, если не ошибаюсь, литров 80, наверное, вместительность у нее. Вот такая вот ручечка. Сам материал выполнен из водонепроницаемого. Ну, вот непроницаемый материал. Вот, ну, армированная жесткая пластиковая вставка какая-то. Стенки мягкие. Ну, видно, вот она вся сгибается. Замок работает хорошо. Вот так вот она выглядит. Той же самой фирмы сумочка Carptex. Вот такая вот сумочка. Хорошие замки, хороший материал российского производства, что более важно для нас. Бюджет очень недорогая сумка. Вот так открывается. Внутри у нее располагается 12 отдельных отсеков. В каждый отсек можно положить баночку с дипом. Ну, для дипов. Производитель заявляет, что эта сумка термосумка. Но на ощупь, вот нажимаю ее, надавливаю на стенки. Ощущение, что там обычный поролон. То есть какое-то утепление вроде бы термоизоляции. Но я сомневаюсь, что она будет сильно держать температуру. Вот такая новая сумочка совсем. Обзоров на них вообще нет, на этих сумки. Попробуем посмотреть эту сумочку. Так, что из сумок? Какие еще сумки у меня есть? Транспортировочные сумки уже. Плюс вот этой большой сумки я вожу туда свой топор. Топор помещается хорошо. Я сейчас покажу. То есть вот здесь вот есть лопата. Вот фонарик запасной. Вот топор. Вот так вот топор помещается, закрывается. Топор туристический. Вот с таким вот чехлом, чтобы не повредить ничего. Очень удобный, можно повесить его в любом месте. Еще плюс этого топора. У него и можно забивать колышки. Удобный, эргономичный топорик. Так он складывается, закрывается. Убирается вот сюда вот.
Далее мы посмотрим вот эту новую сумочку. Вот такой вот кейс. Красивый кейс. На ощупь очень приятный. Выглядит достойно. Спереди находится кармашек из сеточки. Ну, тоже сеточка. Для, наверное, для инструментов, для каких-нибудь. Ручка неопреновая, мягкая. Очень жесткий. Замки работают хорошо. Внутри у этой сумочки имеется 6 прозрачных пакетов, которые разделены на две части, то есть два отсека. Закрываются герметично. Под пакетом есть свободное место. Можно использовать его для инструмента. Тоже, опять же, из сеточки карман. Тоже можно использовать. Очень хороший аксессуар компании Trapper. Оценил я его на 5 с плюсом, так как вещь мне очень нравится, очень добротно сделана. Можно есть только вот один вот недостаток в этом месте. Вот. Так как мы производим честный обзор, 5 с плюсом, потому что она мне нравится. Вот тут немножко заедает. Но сумка суперская. Вот это вот поводочница. Наша поводочница компании ESP. Вот такая вот. Вся крутая, навороченная. Открываем ее, смотрим, что внутри. А внутри нет ничего. Все закончилось. Так вот, наблюдаем здесь большое количество булавок разных цветов. Мягкая вставка, перегородка между ними. То есть здесь можно очень много поводков уместить. Разной длины, опять же, разные. Это, наверное, в районе 30 сантиметров. Рулетки у меня сейчас его нет. То есть большая поводочница, универсальная, суперская. 5 с плюсом я ее оцениваю, так как качество просто шикарное. Вообще просто такой жесткий бокс, крепкий и надежный. Оцениваю ее 5 с плюсом. Вот эта вещь мне очень нравится. Фирма Таска. Жестко, очень крепко. Замок работает идеально. Есть замок с прозрачным карманом. Опять же, наверное, для аксессуаров, для разных. Вот такие вот большие баночки. Ну, вмещает сюда как раз стандартная ричардская пачка, 400-граммовая. Вот. Можно подписывать. Сумочка термоизоляционная. Полностью очень сильный. Изоляция жесткая такая. Здесь поролон мягкий. Сама ее невозможно согнуть. Вот. Не гнется она вообще. Очень приятно. Суперская. Вот такая вот сумка. Вот такая вот сумочка. Сумка вообще обалденная. Оцениваю ее на 5 с плюсом. Не подводила на меня. Вообще сумка замечательная. Дальше у нас возьмем вот эти вот сумочки. Вот эта вот сумочка фирмы Aquatics российского производства. На передней части мы видим такой вот карман сеточки. Здесь я храню флюорокарбон. Здесь можно, наверное,
две катушечки положить флюрокарбона. Вот замок. Замок неоднократно клинит. Просто те, кто будут покупать. Ну, если вот его аккуратно доводить, он как-то. Вот. Крышка жесткая. Вот так вот. Вот жесткая крышка. Стенки достаточно жесткие. Здесь у меня шок лидера. Вот так вот закрывается. Изначально эта сумка позиционируется как сумка для катушек. Вот, нарисована. Ну, это, наверное, для маленькой. Скорее всего, для маленькой катушки. Вот такая удобная ручка. Вот. Этот продукт я могу оценить, ну, на 4. Даже плюсы не поставлю. Так как, ну, жесткий. Он удобный. Компактный. Ну, замки. Замки вот. 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 Замки куховатые. А так, продукт хорошего качества. Следующая сумка той же фирмы. Акватик. Трудно будет прочитать. Вот она вот здесь замаскирована. Вот под таким велюровым. Бархатным. Мягеньким покрытием. Армированная, полностью армированная. Есть ручка. Замок здесь открывается замечательно. То есть вот могу продемонстрировать. Вот она жесткая. Здесь 7 шпуль у меня находится. Эта сумка. Оценить я ее могу на 4 с плюсом. На 4 с плюсом. Очень хорошая сумка. Есть вот и такая вот сумочка. Компания Леда. Ну-ка, посмотрим, что это за сумочка. Вообще жесткая. Огонь. Вот здесь вот грузила. Лежат отсек один. Ну, в районе, наверное, килограмм полтора грузила здесь есть. Единственный минус, что грузила бьются друг об дружку во время транспортировки. Ну, видными местами. Потертости. Сумка очень жесткая. Вообще жесткая, хорошая сумка. Несмотря на то, что грузила бьют друг дружку, сумка мне очень нравится. Вот, пошив немножко здесь не прям. Но все равно я ставлю ей 5 с плюсом. Потому что сумка очень хорошая. Единственное, нет ручки. Эту сумку нужно будет ложить всегда вот так вот. Сумка непонятного происхождения. Вот здесь вот написано название. Кубинс. Фишинг Кубинс. Кубинс. Акубинс. Вот как раз фирму Акубинс. Замки. Изначально вот клинит. Оба замка. Верх пол жесткий, ну такой мягенький. Хороший. Достаточно. Ну здесь два материала. Пакеты. Сетки запасные. Боксы с сетками. Ну, всякое. Всячина. Бюджетный вариант. Недорогая сумочка. Ну вот. Это недорогая она. И работает на свои деньги. Сумка неплохая и нехорошая. Так, просто приятненькая. Ну, четверочку поставлю. Без минуса. Твердая четверочка. Вот эта сумочка. Далее есть вот такая вот штука. Тубус. Тубус для маркеров, поплавков. И как еще они говорят, что можно сюда пломбу ложить.
Так, ну вот маркера. Вот они. Очень плотная. Ничего, здесь обычная труба. На 110 или 120. Сам чехол очень качественный. Все везде достойно. Продемонстрирую, сколько сюда может уместить спомбов. Берем один. Многие говорят, что сюда можно уместить два спомба. Нет, здесь два спомба не уместится. Вот. Никак. Не так. Ну, вообще никак. Не так, не так. Не так. Но можно уместить сюда. Сейчас я покажу, что сюда можно уместить. Вот так вот. Опять вот так вот. Вот так вот. Вот. Вот так вот. То есть для спомбов это бестолковая вещь. Не нужные совсем. Убираем обратно все маркера. Здесь они будут храниться в безопасности. Оперение тоже находится в этом же месте. Закрываем. Ну, оценка 4 с плюсом. Очень хорошая вещь. Нужно. Далее. Далее. Вот такая, такой продукт от Акватикса. Новая вещь. Не использовался еще. Тубус. Вот мягенькая вставочка, труба пластиковая, канализационная. Проверим замок. Замок работает, как у любого Акватикса. Здесь имеется вот такой вот карман спереди. Здесь маркерные кошки лежат, фоксовские. Очень удобно. Закрываем. С этой стороны есть вот такая вот штучка. Крепление для сачка. Я использую вот здесь вот у меня набор. Из шелка, мангал складной, шампура. Вот такая суперская ручка. Вот такой вот хороший ремень. Достойная вещь. Все сделано качественно. Единственное, но это вот этот вот замок. Наверное, долго он не проходит. 4 с плюсом. 4 с плюсом. Вот такая вот штука. Компания Трекер. Вот так это выглядит. Вот так вот выглядит. Вот такая сумочка для взвешивания. Сумка очень хорошая. По краям находятся замки. Для удобности использования. Материал не травмирует рыбу. Как бы прорезиненный. Рыба не скользит по нему. Попадание остается, стекает. Выглядит этот вот. Это вот так вот выглядит. Металлические колечки. Мощные. Сумка. Сумка. Для взвешивания трекера. Суперская вещь. Ну, оцениваю ее на 5 с плюсом. Имеется чехол, который, когда мы убираем, не будет никакого запаха. Так как он герметичный,
этот чехол. Вот так вот мы убрали. Очень просто. Очень просто вот так вот стянули. Вот. Есть небольшой здесь расстоянец, но он не пропускает, он герметичный. Весь прошитый. Так. Наверное, самое интересное, что в обзоре в этом есть. Это вот этот вот чехол. Чехол громоздкий, очень тяжелый, полностью армированный, ручки у него неопреновые, сбоку ручка, вот такой вот плечевой ремень, очень хороший, с мягкими вставками. Все открою. Замок работает суперски. Так, вот так первый отсек выглядит. Стенки вот такие жесткие, ну, наверное, толщиной, наверное, они 8 мм. Вот такие жесткие. Вот карманы. Катушки 5 штук умещается. Все они фиксируются вот такими застежками. С этой стороны вот таким вот образом фиксация происходит. Вот удилища лежат, не касаясь друг друга. Здесь тоже все, каждый все по отдельности лежит. Есть еще дополнительный карман. Но есть одно но. Вот это вот. Берем вот так вот чехол и вот так вот выгибаем его. Иначе мы не доберемся. Не доберемся до второго отсека. Второй отсек открывается. Вот так вот. Вот. Что мы здесь видим? Ручка для подсачка. Компании Sportex. Такие вот гребеночки. 2 штуки. Компания Браунинг. Опять же, прям сразу скажу. Вот, достаточно хорошие. Вещи. Так. Здесь еще есть кармашек. Вот этот вот. Вот такой карман, который застегивается, и карман вот такой вот закрывается. Это все вот так берется. Опять же, вот видим, если я сейчас сделаю так вот, выверну, опа, все встает, не получается ничего сделать. Поворачиваем, все, пошел нормально. Опять выворачиваем. Чехол громоздкий, огромный чехол. Весит в полном снаряжении, наверное, в районе 25 килограмм. Может быть, даже более. Места занимает очень много. Можно отстегнуть вот эту часть. Сделать чехол под 3 удилища. Есть такой загрузочный карман. Пристегивается вместо вот этого. Сумка от компании Fox. Очень хорошая. Очень хорошая сумка. Оцениваю ее на 5 с плюсом. Потому что сумка очень хорошая, но единственное одно но. Габариты этой сумки очень большие. Перевозить ее нужно будет в большой машине. Даже сказал бы, очень большой, наверное, машине. Но сумка хорошая. Есть вот такая еще штучка.
не каждый такое видел в виде обзора. Вот такая вот штука. Fox Easy Mat. Вот. Такой чехол приятный, хороший. Такая штучка лежит. Вот такая вот штучечка. Хоп. Сейчас еще раз покажу, как это все происходит. Вот такая вот восьмерочка лежит. Вот такая восьмерочка. Сам раскладывается. Складывается мягкая часть. Вот такая вот. И рыбка у нас лежит мягенькая. Вода отсюда вытекает, так, потому что снизу сетка. Когда мы ловим на мостиках или где, мы можем предположить, что рыба может выпрыгнуть из мата. Вот есть такие штуки. И опять же от солнца ее закрывает. Вот так закрыли ручки. Ручки. Вот такие ручки. Неопреновые вставки. Рукам будет всегда приятно. Армированные такие вот трубки. Наверное. Вот, кстати, вода в трубках. Особенность. Внутри трос или металлический, или металлическая проволока стальная. Вот тут вот вода. Если оставить ее сейчас на улице, она была на улице, то, скорее всего, это лопнет все. Скорее всего. Разбирается так же быстро. Собирается так же быстро, как разбирается. Складывается вот так вот. Так вот складывается. Здесь есть такой вот кармашек. Заводим вот этот кармашек. Вот он, в сложном виде. Убираем его крабовый мат в мешок, в сумочку. Застегиваем. Ну, Fox есть Fox. Правда, не вся продукция у них очень качественная, если сказать честно. Вот такая вот ручка закрывает вот так. Все,